миллион фоток перебрал сейчас по этой луже. Чего запись пошла? Начинаем наше соревнование. 10 килограмм на штанге. Попов Михаил, первый подход. К весу 15 килограмм готовится на заряд. Опустить подход защиты. Какой номер? Не знаю. А когда? Килограмм тогда на штангу. Так, это 10, Ваня. Не-не-не-не-не-не. Так, подожди. Нам надо, видишь, замок. Замочек попали. Ну, полтора. Ну, 25. Давай, почему 25? Замок маленький, маленький добавляет. Вот этот. Добавляет? Да. Он такой весом идет. От 50. Вот маленький замок, это получается 10 килограмм. Вот просто из-за замков никак, нет замков, не можем никак. Понял, почему? Это все снимаем, опять с замками, с маленькими пленами. 12 килограмм на штанге, Попов Михаил. Готовится на заряд. Опустить подход защиты. Еще 15, да? Нет. Не, а он какой вес идет? Да, на килограмм походит. 13? Давай. 15. 15. Тогда 15 килограмм на штангу. На заряд атак. Маленький блинчик, маленький блинчик. Маленький блинчик, с ним. Да, с ним. Все с него. Замок, его и замок. Тогда у нас получается ровно. Вы оставляете прямо? Да. Ну мы, чтобы не было. Вася, иди сюда, скорее. Готовится, прошу. Опустить подход защиты. 18. Мурашов Илья. 18. Назарян, какой вес? 18. Готовится Попов. Опустить подход защиты. Попов Михаил. Опустить подход защита. 17 килограмм на штангу. Ушел 20. Сколько там? 17. Назарян Артак, 17 килограмм на штанге. А Попов какой вес поймет? Попов закончил?
Ну, на 17 еще. Готовится Попов. Опустить подход защиты. Попов Михаил. Четвертый подход. На заряд какой вес идет? 20. Опустить. Даже не знаю, засчитывать такие подходы. Опусти. Засчитывать можно. Отпускай. Да, да, да. Ты сидишь. Вес засчитан, закончился из удара 18 килограмм. 20 килограмм на штангу. Курашова Влада, первый подход. Готовится Жилин Сергей. Неудачный подход. 23 сверху поставьте. Влад, разозрись. Влада. Вот желтый, желтый. А, это пятерка? Или 0,5? Это 0,5 или пятерка? Назарян Артак, четвертый подход, готовится Курышова. Опустить подход защиты. 22 на штангу. Закончил Назарян? Курышова Влада, третий подход.
На 25 готовится и геозаряд. Ноги ближе, закрой ее. Спину не уводи для движения. Назад не отпрыгивай. Молодец. Опустить подвод защиту. 23. 23 на штангу. Курашова Влада. На 25 готовится и Кезаря. Через неделю.
Екиазарян, сколько идет? Два. Шилин Сергей. На 32 готовится Фоксов. Опустить подход защиты. 32 на штанге. Шилин, какой вес идет? 32 Шилин. Фуксов Иван. Второй подход. Готовится Егезаряд. Опустить подход защиту. 34. Егезаряд Базген. Третий подход. Готовится Жилин. Опустить подход защиты. Жилин Сергей. Третий подход. Егезаряд сколько идет? 6. На 34 готовится Волков. Опустить подход защиты. Шилин закончил? Шилин закончил? 34 на штангу. Сейчас. Шилин закончил с результатом 32 килограмма. Сверху надо. По килограмму. Фуксов Иван. На 35 готовится Егезарян. Опустить подход защиты, да? Все, да. Закончил с результатом 34 килограмма. 35 на штангу. Все, отдыхай. Егезаряд Вазген, четвертый подход. На 40 готовится Вершинин. Опустить подход. Поется еще? Не-не. 40 килограмм на штангу. Егезаряд закончил с результатом 35 килограмм. Вершинин Егор, готовится Градина. Опустить подход защиты. Градина Владимир. На 45 готовится Вершинин. Городинов не готов, да? Готов. Фирменно.
Опустить под бок. 45 до лук. А? 45 килограмм на штангу. 45. Вершинин Егор, второй подход, готовится к градину. Опустить подход защита. Городинов Владимир. На 50 готовится Филатов. Опустить подход защита. Какой следующий вес был? Поставьте. Ну давай 47. 47 поставьте. Итак, 47 килограмм на штанге, Городинов Владимир. Опустить подход защиты. Давай 49. 49 на штангу. На 50 килограмм готовится Филатов. Опустить подход защита. Все, закончил. 50 на штангу. Ну да, сейчас Филатов уже начинает. Потом. Там ребята. Филатов Михаил, первый подход. Готовится к вершину. Yes, we did.
Опустить паспорт, защита. Хусейнов Арсен, первый подход. Опустить подход защиты. Домой собрал. Да. Куда пошел? А? Вершинин Егор. Что, все, бой закончил? Какой вес ты? Да вес, я говорил. А, 50. 52. Вершинин Егор. На 52 готовится Хусейнов. Опустить подход защиту. 52 на штангу. Вершинин будет еще? Не-не, Вершинин закончил с результатом 50 килограмм. Хусейнов Арсен, второй подход. На 55 готовится Филатов Михаил. Кого? Опустить подход защита. 55 на штангу. Филатов Михаил, второй подход, готовится к Хусейнову. Опустить подход защиты. Хусейнов Арсен, третий подход. Опустить подход защита. Хусейнов закончил с результатом 55 килограмм, 60 на штангу. Живоев Георгий. Готовится Филатов Михаил. Вообще упражнение переделать не поедет. Сейчас не может так чуть. Не удается подход. Филатов Михаил. Готовится Живоев. Thank you.
конца финиша. Опустить подход. Живуев Георгий, второй подход. 65. На 65 готовится Филатов Михаил. Опустить подход зачем? 65 на штангу. 62? Какой вес Джоев идет? 62. Опустить подход защиту. Джуев Георгий, третий подход. Филатов Михаил закончил с результатом 65 кг. На 75 готовится Филатов Сергей. Опустить подход защиту. Что, сколько? 61? Да нет, давай 70. А какой нужно будет? 70 килограмм на штангу. Сейчас.
Опустить подход защиту. Жуев закончил с результатом 70 килограмм. 75 на штангу. Опустить подход. Опустить подход защиту. 95. 90 килограмм на штангу. Опустить подход защиты. 100 килограмм заказывает для второго подхода Камрон. 95 на штангу. Филатов Сергей, третий подход. К весу 100 килограмм готовится Динамик Камрон.
Опустить под ход защиты. 100 кг на штангу. Пилатес закончился, сюда за 95 кг. Один АФ Тамро, второй подход. Опустить подход защиты. Какой следующий вес? 105. 105 кг на штангу. Потом будет 5 минут перерыв и перейдем ко второму упражнению. 12 кг начинает Попов, потом с 20 на заряд Мурашов, 110 на штангу. Неудачный подход. Так будет еще подход. Попробуй.
говорим. Одинай Хамрон, четвертый подход, 110 килограмм. Второе движение.